Все, Джоди, перестань. Перестань ходить в разнос. Энди Сент-Бернард. Это твои мемуары, Боссман? Это можно залить? Отлично. Доехал до торта на торфе, но Карпа Василисовна продала мне только самогонку и вогнал самогонку в соседку с помощью дедушкиного молотка. Но она первая успела прочитать заклинание. После этого за лесом появился замок. И какой-то мужик с плеткой, походу, пошел туда заниматься БДС. Мне надо подождать, чем закончится. Что? Что? Привет, Силька. Команда Конт, она только для сабов. Я нокаутировал Петуча! Его нельзя убить. Петучу нельзя убить! И а как залезть? Я должен что-то найти? Какой-то супер-пупер мощное прыжка заклинание? Или что? Да Петуч! Завязывай. Это музыка в игре, да? Какое счастье! Какое счастье! Быть любимым! По-настоящему любимым! Слушай ты, говнюк, закрой пасть! Люди спать хотят! Любите быть любимым! Какое счастье! Заткнись, сука! Как это работает? Доброе утро, соседи! Идите в жопу! Да, да! Да, и вы тоже идите в жопу! Someone to care, someone to me. Блин, дурной уровень. А чё ты не залезаешь-то? Ты... Мне кажется, по этим штукам лазить можно. Да Петуч хорош. Да доджи. Царские доджи. Петушила. Mm.
Нет, 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 нет. Отстань. Отстань, петух! Да ну что ты наделал-то? Да как царь вообще доджун. Прям... Есть вопрос, как ты относишься к тому, что люди ломают снеговиков? Крайне негативно. Люди не должны. О, в смысле? Ты это против меня использовал? Хорош. Эй, слышь, Мик Фолли, блядь. Фак! Что? Пять дефендер. Не получается захватить первую часть. А я не помню, как ее захватывал. Я в окне, по-моему, включал. Не помню. Ну я, по-моему, пека-версию первую часть играл. А так вообще, если у тебя что-то не захватывается, наверное, надо OBS запустить, как его. От администратора. Не знаю, как это работает, но обычно... Полный экран захватывается, если это администратор. Так, что-то у меня какая-то хуйня происходит в игре. А, я знала, что ты цыпленок. Чё? Очень смешно. Что случилось? А, святилище превратило тебя в цыпленка. Ну, типа того. Отлично. Это поможет тебе... Ну, в твоем приключении, видимо. С этим костюмом ты сможешь летать и бросать яйца на врагов? Попробуй. В смысле? По умолчанию. Это из серии «Мама, на кого я стал похож?» На папу. Куда? Я очень надеюсь, что не будет костюм страуса. Иначе это, короче, сразу следующая игра. Куда? Ска, куда? Все. Сейчас вот, знаешь, это, сижу и думаю насчет этой рубрики. Вы что, так все игры будете мне заказывать, что? Слышь! Лицо тебе сломаю сейчас.
Слышь, петушила, он неистребим. Он неистребим, нельзя его убить. Как так? Ну, блин. Вот у нас первая платформа, и на эту платформу все игры выбрали. О, да ладно. Нет! А можно перелететь, типа, нет? Заткнись. 77, отлично. Хуба! Было близко. Кто такие, блин? Реально какие-то гремлины. Не странные игры у Чика на стриме. Че? Кому это будет интересно, если игра будет обычная? А че на меня-то, слышь? Да, сука, fuck you, речка. Ты чё? Сейчас петух ещё выбежит, да? Давай. Нет. Я не знаю, для меня твои игры очень странные, мне кажется. Да в каком смысле? Как я должен это перепрыгнуть, блин, если... Тут вообще нет варианта перепрыгнуть это. Без дамага. Да я заметил, что у тебя мало карты было. И те были странные. Да ну хорош, петушила. Петуш, да хватит. Хватит. Два хп. Кто забирал у тебя постоянно картриджи? А деревянных игрушек прибитых пол не было? Я думал, мало ли. Fuck you, игра! Бесишь! Ты меня бесишь! Так а что ты горишь? У тебя были.
Это скорее тебе давали их поиграть. Оп! Бэм! Так, ну и чего? Где мы? Так. Попарапам. Оп. Оп. Тихо. Давай вот так. Оп, оп. Пять из пяти. Десять. Нечестно. Курица, неси яйца. Золотые. Мерцание непонятно. Периодически что-то вот мерцание появляется на экране. Эй! Да хорош. Блин, 2 хп осталось. Да ну в смысле? Попади по нему, спасибо. У меня яичко кончено. Я. Не играл ни в одну из этих игр. Ну, может, только если покемона. И то не факт. Смотря какие. Да, в смысле? Когда у меня успел хп кончиться? Алло! Да все потому, что я залипаю, сижу уже. Правильно вини игру. Ну ты давай еще, блядь, 200 своих выстрелов сделай. Чего бы нет. Победить машину? Какую? Машина есть?
покемонов. Какую машину? А! Я понял. Да что ж такое-то, хоть девать, ну. Ну просто геймплей такой прям четкий, я курица. Я мальчик в костюме курицы. Это как этот? Как он? Little Nemo. Помните костюм крота? Это самый страшный этот костюм во всей игре. Потому что мало того, что он как бы походу убивает крота, судя по всему. Так он еще и залезает туда внутрь и носит его как шкуру. Пиздец, Немо страшная игра. Просто жесть. Что, яички-то кончились? Попей молочка, чем мне это поможет? Ну, если, конечно, молочко не кислое. Попей молока кислого. Прокисшего. Такой... Что-то я взбодрился. Fuck you, речка. Ты что ли такое? Старый ОБС через стол справился. Ну может там... Кстати, да. DirectX, наверное. В старом-то DirectX 9, наверное, идет. Быстро похудеть, съешь немытые фрукты. Ну, в общем-то, да. Интересный способ. Не надо меня бить! Я сейчас помру. Опять. И опять сейчас все заново придется начинать. Перышко! Перышко это такой этот... Футболист в убойном футболе. А, там уже выход. Парил кипятком финики. Зачем? Не, подожди, а как же ошпарить лицо кипятком? В смысле?
Ну и что ты хочешь сказать? Freedom Planet содрано с этой игры? Мы между делом главу прошли, одну овечку не взяли. Где-то. Я что-то не уловил, где? Че, блядь, босс, что ли? Че происходит? Это пинс. Если ты хочешь лунные камни, ты должен пройти через нас. Подсказка. Используй бомбы и яйца, чтобы уничтожить пинца и Нибблса. Господи, это самая эпичная походка для босса. Это плохо заканчивается, да. Это очень плохо заканчивается, для соседки особенно. Я знаю, где сказать, но пока сейчас-то чё. Лицо надо умывать специальным раствором, продается в аптеке вместо мыла. Специальным раствором серная кислота? Ой! Что это? Ну, очень хорошо. Очень хорошо, так. Что не так? Лок все еще слаб. На выполнение задачи слишком мало времени. Ищи следующий лунный камень в Нума Бэй. Мне надо умыться, то я помру сейчас. Надо было окно открыть. Ты кляк на бок как-нибудь. На какой-нибудь бок. Я как-нибудь. Минус не крайт. Так, ну чё, пойдем этот уровень пройдем. Так, овечка. А? Опа, опа. Окей. Хочу. Какие-то проблемы с этим? Конечно. Что? Ты умеешь плавать? Кислород?
Ты видел? Овечка в аквалангистской маске? Чё-то новенькое. Эй-эй-эй-эй! Что происходит? Сюда можно залезть? Нет? Так, носорог рок-рок дебил. Спокойно. Жесть. Вылези. Супачи. Супачи. Ей-ей, ну куда ты меня? Там он какой-то веселье безудержное. Подожди. Оп-оп. Не надо, блять, облизываться мне тут. А вот что меня дамажило. Ой-ой. Успею, 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 всплы, всплы, всплы. Поло. Возьму. Абсолютно. Так, нормас. Хорош, 8 из 10. Значит, где-то здесь еще внизу что-то еще есть. Создатели фильма «Челюсти». Да уйди ты нахер, игра. Причем здесь Питер? Бля, мне пиздец. Не, я жив пока что. Смотри. Боже мой, да всем насрать! А дайте хп. Ну или конец уровня. О, спасибо. Конец уровня тоже нормально меня устраивает. Бич, подходи ко мне. Бич. I say bitch, you look horrible tonight. Семнадцать жизней. Это святилище позволит тебе превратиться в рыбу, и тогда ты сможешь прыгать в воде? Прыгать в воду? Сначала курица, теперь рыба. Чё дальше? Какие-то странные жужу. Тебе понравится. Это позволит тебе плавать под водой без задерживания твоего дыхания. Да попробуй ты. Господи, я во что сейчас превращу? Еба. Добрый вечер. Добрый вечер, я Сибас. Как у вас дела? Вот она, Василиса Карповна. И желтый молоточек. А-а-а.
А? Да ну хорош. Пёрышко. Хорошее пёрышко. Двести 58 секунд, пизда ничего. Ага, сейчас. Рыба! Ты вовремя? А при чем есть рыба? Вернее, при чем есть ты? При чем здесь твоя вовренность? Это насколько этот уровень длинный? Поэтому можно ползать. Что-то я уже бегу, что-то хрен знает сколько, а до сих пор только нашел 4 овечки. Да ну нет! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Что, ну ладно, что значит ну ладно? Ну-ка я села и улыбнулась мне. Да что это мне за... Ага. Чё, хп не восстановился, кстати. Я что-то залипаю и не могу уже в точное движение. Жесть какая. По-моему, я уплыл из самого начала в какие-то ебеня. Хотя вроде как не надо было. Что-то мне подсказывает. Да как ты меня зацепил-то, блядь, алло? Черепашки-ниндзя первую часть? Нет, не напоминает ни разу. Эта игра в разы легче. В итоге выйдет так, что я проеду. Чего-нибудь да где-нибудь. Это бараквалангис. Есть еще профессиональное название. Блин, две овечки не взял. Хреново. 5-3. Да. И зачем мне это? Я уже и без этого взял все. А мы сейчас и узнаем, что будет, если не собрать овец. Сейчас прекрасно все узнаем. Еще один хрен, я уже и не собрал их все. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Вылези, пожалуйста. Что ж такое-то? А. Это все из-за музыки, она меня прям это, знаешь. Овечка? Что еще за овечка? Данчичка. Данчичка и яичка.
Да сукины водоросли, заебали. Чё хохочешь там, сидишь ворзай? Чё не так? Секунду, давай по новой. Так и будет. Так и скажут, ну. Да ну хэпундий! Блять! Что мне легче станет, боссман? У меня не болят глаза, я спать хочу. Причем здесь вообще это? Ну что такое, в смысле? Да не бы ёбнушка. Здорово, прекрасно, заебись. Четко. Подожди, была же еще овечка, по-моему, в самом начале, нет? Так, ну один, окей. Вторая была... Да хорош меня бить, блять, уже заебете. Так, смотри, мы плывем сюда и тут овечку. Блять, в смысле? Реально, я уже не обращаю внимания, что происходит. Просто отключаюсь, сижу. Давай еще раз. Да нахер мне та платформа? Мне бы не дамажиться. Тут такой уровень, блин, хер не задамажишься. Пора спать, возможно. Возможно, нет. Эти хитбоксы, они, конечно, вообще норм. Да вообще норм. Чё? Да, ну как же... Что, блядь, это за хитбокс? Я даже не трогал эту шип, блядь. Чё происходит? Сколько можно меня дамажить? Я не трогаю их. Капец. Чё вот это было сейчас? Что меня задамажило? Да что меня дамажит? Блять, игра, не беси. Да не беси ты меня! Деньги, денежки, шаренные семечки были, да ушли, нету ни
копеечки. Деньги, денежки, жареные семечки. Были, да ушли, нету ни копеечки. Завари кофе, заебалый стрим. 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 Завари кофе, заебал и стрим. Завари кофе, заебал стрим. Завари кофе, заебали стрим. Завари кофе, заебал стрим. Заебал стрим. Кофе тоже заебало. Какой кофе на ночь? Серьезно, что ли? Кофе на ночь. Спасибо, конечно, за поддержку стрима. Не знаю, кому потом очки назначать. Без понятия. Ну, спасибо. Отдохнул чуть-чуть. Минутку, все, со свежими силами сел. Сел, сейчас опять под водой усну, смотри. Ага. Поем. Да что минус-то плюс? Нормально же все. Не, конечно, жесткий уровень. Подожди, нам сюда сначала. За тобой. Плыви, скумбрия, блин. Да! Да! Да хорош! Ну, жизнь. Я не хочу, у меня одно хп! Я не хочу, не пойду! Отстань, отстань! Воу! А ты умеешь так? Да! Пумпа-пумпа-пумпа-пумпа! Хуа! Я что-то просто сейчас осознал, что я не проверил удар. Кажется, это херовина может. Чего ты говорила? Ты смерти мне желала? Вот такая вот ты, да, сегодня, да? Что за люди? Я стараюсь как могу, вы мне еще смерти тут желаете. Нет! Нет! Это где? Да это еще и не выход, ты серьезно?
А чё так мало установилось-то? Какого хрена? И куда мне дальше? Я думал, это выход уже. А, в общем. Ну, я думаю, нам сюда куда-то. Спокойно. Да какого ж, блять, художника? Земля! Пизду. 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 Нахер! Нет! Тебе повезло на этот раз, пацан. В первый раз тебе повезло, короче. Давай посмотрим, как тебе понравится наша новая лодка. Подсказка. Это... Чего? Это постройка, может, Rattle? Ну, не бомбами, видимо, надо кидаться. Ага. Вот тебе. Почему ты в меня не веришь, Варзай? Я дал повод себе сомневаться. Почему ты так ко мне? Я ж к тебе со всей душой, со всей любовью, со всей страстью, а ты? Кошмаришь, сидишь. Какая страсть бушующая. Так, отличная работа с этим Пинсом и Нибблсом. Да ладно, что-то это изи было, ну. Так, вещи не всегда бывают легкими. Короче, я приготовил тебе какой-то трюк. Давай посмотрим на твою эту дубинку, видимо, да? Используй кнопку R и используй жужу магию. Чтобы использовать жужу магию. Давай, попробуй. В этих каньонах. Даем! Хадукин. Почему я так сделал? Слава богу, здесь уровень без воды. Я надеюсь, он без воды будет. Какой уровень? Кто-нибудь уловил? 6-1, что ли? Или чё? Хай. Ты тут твоими ручонками машешь. Здорово.
Ой, что такое? А? Что это? Я надеюсь, я сделал то, что надо было. Нормас? Так, а что мы куда хотим-то? Мы хотим туда. Нет. Не до того, что... Я сначала подумал, но вроде нам ничего такого не объясняли, что можно так делать. Поэтому верить, что так можно делать, я хрен знает. Смотри, как я скучал по таким уровням. На тебе, сволочь. Овечку заберу у тебя тоже. Ты чё тебе? Давай, на, оп. Так, и чё? Ой! Здорово. Козёль. В играх не все объясняется. Но это детская игра. Поэтому, я думаю, объяснение должно быть. Еще плюс хп. Хорош. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Собаки. Здрасте, 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 здрасте. Иха! Ауи! Супачи! Чё там? Ничего там. Так, понизу или поверху? Блин, что-то там вниз непонятно. Нет, я не хочу! Что за Ninja Gaiden? Я не хочу. Беска. О боже. Так, это вниз или вверх? Ну, Вася там что-то не... Еба, ты посмотри, кто тут. Ты посмотри, кто тут. Бараша. Здорово, бараша. Не понял. А что, я ничего сделать не могу? Эй, алло. Алло. Эй. Алло! Что происходит? Слышь. Я не понял сейчас. Ну... хочу. А у меня что, выбор есть, блядь? Игра зависла. Сохранилась хоть. Зачем тебе звуковая команда?
Спасибо, Филипп, что дал знать, что тебе этот стрим не интересен. Спасибо. Я поржал тут, что ли. Тоже. Сколько их нет? Я тут сижу, распинаюсь, он на другой стрим ушел. Класс. Видишь, я попал по ней, и дверь открылась справа. Это что-то меняет? Абсолютно ничего. Блин, я опять сделал это, да? Я допрыгнул? Нойс! 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 Ну как некрасивое хз. Я только что был в другого стрима. Ну да. Мог бы промолчать. Сидеть, расстраиваться. Давай не надо, чтобы тебе там казалось. Димончик. Не, ну а чё? Да ничего. Не надо просто. Я не хочу опять переигрывать этот уровень. Он беспонтовый и долгий. Чё здесь? Овечка. Хорошо, там еще одна должна быть, да? Да ну куда? Свой. Ну ладно, не важно. Просто по идее на эту овечку надо было сесть. И опять зависло все. Да что это за бред-то, блядь? Что это за чушь? Что? Хрень какая-то. Зачем ты была права? Зачем? Глаза болят? Чё глаза болят? Тоже не спишь, как я. А потом жалуешься, что глаза болят. Какая разница? Что значит это геймбой?
Что это вообще значит? Это значит, что мне игру эту не надо проходить, что ли? Да хер-то там. Должно быть. Никто же больше их не спасает. Все только спрашивают, а почему овечка? Страусу спасет. В душе я не знаю, боссман. Точно не я. Меня не просите. Мне не до твоих страусов. Господи, они так заботливо не дают мне упасть здесь, я прям охреневаю с этого. Да что ты хочешь, игра? Ну давай. Сейв стейт сделай на всякий случай, чтобы не бежать второй раз. Извинись перед ним, перед кем? Перед кем и за что? Ой, бой. По-моему, я это зря сделал. Перед бараном? А за что я должен извиниться? За что я должен извиниться перед бараном? Ты ударил его? Ну, во-первых, не я его ударил. Поэтому я извиняться не буду. Теперь я еще и сюка. Ну ладно. Ну ладно. Люби ее после этого. Вот носится ко мне кошмар. Кратян разрубили. Сейчас вернется. Хуяли. Т
это... Музон. Музон вообще огонь. Ой, не. Не вы. Да дай ты вниз упаду, ну. Мне кажется, такая музыка могла, знаешь, где быть? В Петьке и Василий Иванович. Па-па-пам-па-пам. Здоровки. Где последний наш другалёк? Вот он, мой хороший. Хоба! Погнали! Вперед, мой раб! Все? Доехали? Ну ладно. Далеко же мы уехали. Так, что такое? Это толкнет просто? Ну-ка, подожди, давай сразу проверим. Это просто толкнет. Баем! Кто-то меня задамажил, пока я стоял. Нормально. Чего это вдруг? Почему я не пройду-то? И прям на шипунди. Слышь. Здрасте. Ай! Эй! Шипунди! Как мне вернуться назад? Шипунди! Ты отсюда что ли? Нормас, 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 нормас. Привет, Катюшка! Здравствуй! Так, это последняя овечка. Чайку с финиками. Чё меня уносит-то? Ой, да пошли, ладно, все. Да етить! Хадухин! Жопка, не дуйся меня, я ж любя, я ж не жопка, ну что ты, что ты меня сегодня как-то уменьшить, одну ласкательно жопкой называешь. Не восстали машины из пепла ядерного огня. Ладно, борзай, так и быть. Это что такое, дракон? Они летать умеют? What the fuck? Они драконы? Серьезно? Они драконы? Лол, что? Все это время с ними дрались, сражались. А они драконы. Зашибись. Вылезла из супа. С возвращением. Канадянушка.
Да, в принципе, его и не надо бить. Так, спокойно, спокойно. Чё тут у нас? Ага. Ой, бля. Ну, мы, наверное, как-то сможем залезть. Наверное. Чё? Да. Глаза болят. Ну ты кляк, отдохни. Ни хрен небось не смотришь, слушаешь только. Пытаюсь сейчас собрать, я уже все из всего собрал. Мне выход надо искать. Смотришь за ПК? Ай-яй-яшки, ай-яй-яшки. Не берешь себя. Прям как я. Одну не собрал? Так, опять этот пацан из джунглей. Взять его. Время подняться в воздух. Используй бомбы, чтобы... Короче, выкачать воздух из шара. Надо взять. Ага. Ты можешь его задамажить? Нет, он не дамажится. Ну да, погнали. Нормундий. Да лом. Мне еще надо вон в ту попасть. Да етись твою в душу, в писю, в масю. В эту попасть. Харе! Куда пошли? Ну-ка, псы, вернитесь. Это финальный босс? Нет. Не, ну они хотя бы разные. Спать надо идти. Иди. Поспи. Я нашел еще два кристалла. Джибольба. Зелебобучу, я нашел два камня. Ты удивляешь меня так. Если бы я только мог знать расположение последнего кристалла. Я боюсь, этот талалок скрывает мое жужу видение. Нихуя себе, бупсы подъехали. Ты посмотри, что происходит. Пиксельный разворот, ты посмотри. Это лунная жужу. Удивительно, что так сделал это, не так ли? Лунная жужу.
Может, она нам поможет? Финальный лунный кристалл лежит в глубине древнего солнечного храма. О, господи. Ох, олень. Ох, дир. Ты должен быть аккуратен там так. Это очень опасное место. Попытайся держаться подальше от солнечного света. Там очень горячо. Sun Temple 7.1. Ну да, комик-зон 10 минут. 9:50 с чем-то, нет? Я не помню. Сначала перерыв. Я надеюсь, что 7.6 будет последний уровень. Но это 7.1 пока что. Последний мир. Я надеюсь, что это будет последний мир.